Гейне Александр Петрович, айди в базе 57-56. И против него Кулаев. Кугаев. Давай, залазь. Артур Аланович, айди 03-16. В общем, это справа студент, обычный, в шортах серферских. А против него выходит парень, который чинит лифты. Сейчас мы его ждем, вот он почти оделся и уже вылезает. Кто следующий? Лифтер, давай. Итак, лифтер против студента, вот такой поединок. Давайте немножечко тоже шубу им дадим, ребят. Им не просто на ринге, нужно обладать настоящим ужасом, чтобы выйти на песок. Это простые парни, ничего особо не умеют, ничего не предпринимают. Где там бандаж? Да вон там вроде как он. Его торчит бандаж. Разверни его, бог. Да ничего страшного. Простые ребята, которые хотят попробовать себя. Поэтому это уже вызов. Так, капа есть. Все, бандаж на месте. Готов? Дай, пойти на середину. Парни, напомню, эта стрелка здесь все серьезно, поэтому деремся внимательно, с уважением друг к другу до конца. Помним правила и не нарушаем. Бой начнется по моей команде и закончится. Слушаем их внимательно. Пожмите друг другу руки. И по углам. Боец готов? Готов? Зрители? Бой, поехали! Смотрите, снаряд лифтера, как будто он неделю и не работал. Прет так, что мало не показывает. Все нормально в городе. Сезон еще начался, лифты работают. Давай, давай, давай. Затылок внимательно. Студент, давай, вылезай тут. Что-то напряжно внизу. Осторожно, с ножкой только ножку подвиги. Артем, мы тебя записали. Живой? Молодец, держался. Самочувствие нормально? Я боялся. И у нас есть победитель! Лифтер сегодня победитель. Аплодируем. Мурко Андрей, 60... Где Агита? Можно называть. Короче, лютый лифтер победил студента. Ну, студент еще все впереди, он учится. Скажи пару слов, как ощущения? Заряд мне смотрю. Что пошло не так? Вроде видно, что заряжен, техничный вроде. А еще не занимался по волне. Экзамены попросили. Экзамены, да. Она экзамен кипела. Кипела? Он решил выпустить пас. Привет, ты маме папе. Я работаю. Но лифты чинить, это серьезно. Молодцы родители, что приходят поддерживать. Тебе спасибо за отличный бой. Вот тебе девушка даст медальку грамотой. Надеюсь, ты у нас еще проявишь себя. И, как всегда, мы говорим, победитель, то, что ты уже сюда вышел. Потому что это большого стоит, найти в себе силы, выйти против другого человека, такого же подготовленного, как и ты, и показать себя. Вот, тебе спасибо, дадим слово победителю. Приходи к нам еще. Ну, у тебя сегодня триумф. Хочу поблагодарить это мероприятие, потому что я здесь первый раз. Для меня что-то новое. Я ничем не занимался. Пришел просто проверить себя. А ты знаешь, так и не скажешь с первого раза. Почему? Работяга, да, по жизни. На лифтах тренируешься, да? Просто пришел выпустить пар. Нормально ты его выпустил. На кипело, вот и пришел. Проверить себя просто. Мне приятно здесь находиться. А на кипело что, там начальник на работе замучил? Нет, кипело работал. А, работал? Вы представляете? Вообще бытовуха на кипело. И парень взорвался. Рифка!
23 этажа, представляете? Мне кажется, это лифтер, я думал, сейчас это по пауэрлифтингу там выйдет там. У нас же был уже один лифтер, да? Это просто лифтер. Но на самом деле не хуже, чем. А о чем это говорит? Что стрелка для простых парней, для любого желающего, кто хочет сюда выйти и попробовать себя. Если у вас накопилось, приходите к нам выпустить пар, да? Спасибо вам за все. Тебе спасибо, отличный бой, динамичный. Украсил этот вечер сегодня. Вот, а мы ждем следующую пару, которую...